Привет, дорогие друзья, это канал Технобор Плюс, и сегодня у нас новое экспериментальное видео на тему, как выиграть в моментальную лотерею. В данном случае приобретались 10 билетов от лотерейного оператора 100 лото. Как вы можете видеть, это полет желаний. Здесь необходимо, дабы ваши 4 символа совпали. И, собственно, в каждой линии можно выиграть по одному призу, либо же не выиграть ничего. Национальная лотерея, в данном случае призовой фонд 50% выручки от проведения лотереи. Как вы можете видеть, максимальный приз, который здесь можно выиграть, это 100 тысяч рублей, один приз, 3 приза по 50 тысяч, ну и так далее, и по 30 рублей, аж 250 тысяч призов. По правилам игры, удалите защитный слой с игрового поля, стирать здесь. Вы выиграли, если под защитным слоем в одной строке находится 4 одинаковых символа. Размер выигрыша указан в конце строки. Ну давайте посмотрим, если потратить, как говорится, 300 рублей, можно ли выиграть в лотерею полет желаний. Будем начинать. Итак, эти лотереи пока откладываем в сторонку. Честно говоря, друзья, мне очень заинтересовала эта лотерея именно тем, что здесь какое-то интересное исполнение и, скажем так, приятно выглядит все на этой лотерее. Сама картинка, сама лотерея как-то очень эргономично так подобрана для того, чтобы... Кстати, эту лотерею можно и подарить кому-то запросто, купить, подарить. Главный приз, как вы можете видеть, здесь указан 100 тысяч рублей. Здесь поле не стирать, это уже непосредственно для распространителя. Ну, давайте будем вытирать. Напишите, кстати, свой комментарий, что вы думаете об данной лотерее. Возможно, кто-то играл. Так, в данном случае у нас в одной строке не совпало ничего. Видите, здесь и бабочка, и шар, и бриллиант, но цветочек какой-то. Мог бы выиграть 100 тысяч рублей. Стираем вторую строчку, и я так понимаю, что ничего. Но тут два голубя. 100 рублей я все равно не увижу, поскольку нужно, чтобы были 4 символа. Здесь звездочка, опять разная, 30 рублей в пролете. Ну, я так и знал, что когда 50 тысяч, явно тут не будет 4 символа, ну, по крайней мере, в данном случае. И, как вы можете видеть, здесь уже ничего не совпало, соответственно, это лотерея без выигрыша. Ну, можно даже здесь стереть, дабы мы понимали, вот С, это без выигрыша, вот здесь указано, но это уже сам распространитель лотереи непосредственно вытирает. То есть первый билет у нас в пролете, второй билет идем цветочек, солнышко, ну опять-таки в пролете, 5000 рублей, не получилось выиграть. Солнышко, пальма, звездочка, 10 тысяч, тоже в пролете, как вы можете видеть. Вот так это все выглядит. Третью линию вытираем. Тоже ничего, две пальмы. Ну, тут 50 тысяч можно было бы выиграть, как вы можете видеть. Довольно-таки неплохой вариант был бы. Здесь такая же история. Два цветочка, бриллиант, ну, как бы без выигрыша. И тут, по идее, должен быть символ С. Нет, тут Y, друзья, нет. Все-таки здесь по QR-коду проверка производится, скорее всего. Третью лотерею вытираем. Давайте посмотрим, как вы считаете, будет, не будет что-то. Напишите в комментариях, поставьте на паузу. Цветочек, голубь и 100 рублей. Ничего. Разные символы. Пальма, бриллиант, воздушный шар. 10 тысяч мог выиграть, но нет. Такая же история, две пальмы. Даже 100 рублей не хотят дать. И далее вытираем. Тут тоже 30 рублей, как бы в пролете, друзья. А давайте посмотрим, здесь под полем не стирать что-то есть. Да, тут разные символы, но все-таки в QR-код здесь заложен. Напомню, что тут как бы символы все на английских буквах. Причем тут английские буквы. Вот это вот странно. Тут уже мы прошли три лотереи и все чисто пока. Так, здесь бриллиант, два солнышка. Но опять же пусто. 10 тысяч мог выиграть. Вторая у нас линия идет. Опять же воздушный шар, голубь. Мог бы 25 тысяч выиграть.
Третья линия, два голубя, ну блин, тоже 10 тысяч. И здесь у нас звездочки, две звездочки, а мог бы выиграть 500 рублей. Как вы можете видеть, та же история. Убираем в сторону. Так, ну что, уже 4 лотереи как бы вытерли, и все пока чисто. Что-то мне это начинает не нравиться. Но еще 6 как бы осталось. Тем не менее, друзья, вытираем, смотрим, что будет здесь. О, вот здесь уже, по-моему, пошло удача на моей стороне. 4 пальмы. Интересно, что же за приз здесь будет? 30 рублей. Я думаю, это единственные, друзья, 4 пальмы, которые здесь будут. Вот. Я так смотрю, что посмотрим, что будет. Да, тут уже идут у нас 2 бабочки, солнышко. Тут уже 30 рублей я не выиграл. Так, 2 шарика, голубь и так далее. Ну и опять же, друзья, здесь тоже ничего, кроме 30 рублей. Итак, откладываем в сторонку этот билет. Уже как бы, а он сам себя окупил. Далее, друзья, вытираем остальные. Первая линия пошла. 5000 мог бы выиграть. Но опять же, пальма, солнышко, уже разбежка, как говорится. Так, 4 звездочки. Это уже неплохо. Друзья, как вы считаете, какой здесь будет выигрыш? Вот тут 4 звездочки. Смотрите. Посмотрим. Сейчас вытираем. Приз 30 рублей. Ну, кто бы сомневался. Я думал, что хотя бы там сотня будет. Так, вытираем далее. Голубь, звездочка. Ну, тут уже пролет. Как бы 25 тысяч могло бы быть. Опять же, здесь, когда крупные суммы, как заметьте, блин, ну, всегда пролете. Но, тем не менее, 30 рублей. Опять же, этот билет себя окупил. Откладываем его пока в сторонку. Так, друзья, здесь еще у нас вытираем опять же. 2 солнышка, 2 звездочки. Вот если бы можно было, чтобы все это как-то по 2 одинаковых, вот было бы круто. Но тем не менее пролет. Вторая линия опять же 2 земных шара. Мог бы сотню взять. Вот. Так, вытираем далее. Звездочка, алмаз, ничего. И последняя строчка. Тоже ничего. Разные символы, как вы можете видеть, друзья. Здесь у нас вот так это все выглядит. Убираем в сторонку. Итак, далее вытираем еще один билет. Так, цветок, пальма, уже пролет по первой линии. Далее идем цветочек, пальма. Опять же, 500 рублей мог бы выиграть. Здесь третья линия у нас идет звездочка, голубь и солнышко. 50. Ну, вот хотя бы 50 рублей можно было бы дать. Но, тем не менее, видите, друзья, пролет здесь конкретный. Вот как-то так это все выглядит. Как вы можете видеть, оказывается, вот они, буква DL. Убираем в сторонку. Так, и последние 2 билета. Вытираем вверху. 2 бабочки, 2 цветочка. Оп, улетела. Наверное, что-то будет здесь сейчас интересно выиграть. Вот, да, действительно. Я так понял, да, 4 шарика. Но, опять же, я думаю, что здесь будет, друзья, на 30 рублей. Как вы считаете, что здесь будет вот здесь, вот под словом приз? Довольно-таки интересно. Напишите в комментариях. А вот кто выигрывал в эту лотерею большие призы, друзья? Напишите в комментариях. Очень интересно будет порадоваться за человека, как говорится. 30 рублей здесь, друзья. Так, здесь идут, блин, 3 алмаза и солнышко. А мог бы 5000 рублей поднять. Вот она. Так, и здесь у нас идут 2 голубя, ну и 500 рублей мог бы выиграть, но звездочка и пальма все решили не в мою пользу. 4 воздушных шара, 30 рублей. Итак, друзья, самый последний билет. Интересно, будет он выигрышным или нет, вся надежда на него. А вот давайте его вытрем сейчас вот таким образом, вертикально. Так, алмаз, шарик, звездочка и цветок. Вот таким образом, если вытирать.
Интересно, сейчас если будет что-то другое, вот здесь, допустим, не алмаз, здесь не шарик, здесь не бабочка, здесь не цветок, ну, я думаю, что это, скорее всего, будет уже пролет. Так, да, да, друзья, это уже пролет, потому что, как вы можете видеть, два уже разных, то есть далее здесь смысла тереть уже нет, но, тем не менее, я вытру. Как вы можете видеть, это тоже билет в пролете. Четыре символа тут нигде одинаковых нет. Ну и, соответственно, здесь тоже. Итак, друзья, смотрите, потратив 300 рублей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь билетов без выигрыша. И всего лишь 3 билета сами себя окупили. То есть 90 рублей, 210 рублей в минусе. Но, тем не менее, друзья, как есть, будем еще проверять в следующих видео лотереи. Пока выигрыш из 300 всего лишь 90 рублей. То есть это приблизительно, 30%, собственно, вы можете вернуть своих, ну, а можете и не вернуть, а можете и 50%, но я думаю, что из 10 купленных билетов, они, скорее всего, в пачке так разложены, что у вас получится выиграть приблизительно от 30 до 60%, где-то так, друзья, но в любом случае, как вы можете понимать, это все бизнес. И на этом зарабатывают деньги организаторы лотерей. Друзья, кому понравилось видео, прожимаем лайк, подписываемся на канал Технобар Плюс. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.